наших людей сейчас доведут до трубы. Там, я так понимаю, уже сами сориентируйтесь. Это наш командный центр, и тут мы ищем наших противников, их убиваем. У нас, ну, работа как бы простая отчасти – найти и убить. Еще бро отправлял. Сразу надо мусор купить. Ага, есть. Влево унесло сильно. Трошки догори, чтобы он приподнят. 120 неви. Мы не можем, потому что нам надо контролировать. Ну, я так не слышу нас. Actually, no. It's kind of simple, but it's different feelings. Completely different, because you feel the responsibility because you work here. It's life of our friends on the ground. So it's not like video game, completely not. На целый день тут прострелы у нас идут и все. Больше движения никакого. Просто видать виявляти огневі точки. В мене дрони. Я бачу, що йде піхота там штурмувати. Все, ми туди починаємо посилати артилерію, FPV-дрони, зброси. Ну, там група виходить 10 людей, а там доходить, ну, там 1-2. Ну, все, який штурм? Все, штурму немає. Тобто так і зупиняється. Звичайно, це війна дронів. Ну, знаєш, коли бачиш